Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, Эзератул, и внезапное включение прямиком из рейтинга. Сижу, играю вне стрима, апаю свой рейтинг обратно и попался вот в такую забавную ситуацию. Прямо сейчас на драфте мне забанили Загару, потому что в прошлой катке я играл на Загаре вместе с Тралом и вот этим вот, по-моему, Седогривом. Ну, Трал точно был в прошлой катке, вот, и Трал в прошлой катке очень выпендрился, ему не нравилось, как я играю. Вот, я на это толком не реагировал, в принципе, забил болт, просто читал, что он там пишет в общем чате. Вот, ну а сейчас, когда он попался против меня, он еще, естественно, забанил Загару, и, естественно, сейчас будет меня фокусить, но раз он забанил Загару, он спровоцировал меня взять своего главного мейн-героя, это Зератула, и я попробую показать ему, насколько он зря банил Загару, а не Зератулу. Надеваем наушники и погнали. В чате в драфте сейчас, во время драфта, написал чувакам, что я стример. Так, что это такое, почему звук не перешел? Секундочку, ребятки, настройки, звук. Почему звук-то через колонки до сих пор идет? Не понял я. Вот, все, переподключился, ребят, сори. Ну так вот, короче, моя задача сейчас просто выиграть эту катку и утереть нос этому Тралу, который выпендрился слишком много. О, здравствуй, мальчик. Естественно, буду его преимущественно фокусить. А то он там весь из себя такой крутой. Он смурф, ребятки, у него там какой-то 60-й вроде левел. И поэтому в прошлой катке он выпендривался, писал в чате, типа, вот, мы ничего не понимаем. Хотя в прошлой катке я на Загаре просто неимоверно жестко пушил. И, по сути, спушил им 3 или 4 форта, и мы поэтому выиграли. Ну, в общем, забавная ситуация получилась. Вот. Но я к этому отношусь скорее с юмором. Вот. И стартанул эту каточку лишь потому, что, ну, вернее, эту запись, лишь потому, что мне кажется, это интересным вот такое противостояние. Чувак, который был в прошлой катке за тебя и который выпендривался, что ты плохо играешь, сейчас играет против тебя, и сейчас посмотрим, кто выпендривался, а кто играет нормально, короче говоря. Вот. Выпьем фонтанчик. Или у него перекопка есть у нашего товарища Дехаки. Нужно прям по-быстренькому просто бустануть с нереальной скоростью и этот форт минуснуть. Первый дар... Опа. Первый дар очень слабый. Ой, в смысле, не слабый, как сказать. Первый дар не так важен. Ой, так мы еще и сагрили их на себя. Ну, это вообще смех тогда. Ладно, они снесли моих огриков, поэтому нет смысла уже тут что-то пытаться. Давай, девочка. Так, ладно, вот сейчас надо отойти. Первый дар не так важен, но мы его даже забрать смогли. Я, конечно, предполагал, что я первый дар скипну и снесу им вверх. Пока они дерутся за первый дар, но Дехак остался со мной, что заставило их сагриться на топ. То есть, если бы я был один, может быть, все было бы совсем по-другому. Короче, сложно. Че, не понял, куда вышка моя полетела, ну ладно. ХП вот мало, это правда. Пойдем бэкнемся, наверное, на баску, и я думаю, успеем прибежать. Запись вроде идет, звук вроде идет. У меня немножечко темно, ребят, потому что я не планировал, что я буду записывать что-то. Как я и сказал, это внезапное включение, внезапное даже для меня самого.
Вижу лиминку. Вкусную лиминку. Минус один. Ай. Вообще-то хекс это неприятно. Скажу я вам. Блин. Он убежал от меня. Здравствуйте. Отлично, мне нравится такой размен. О, трал пришел спустя миллион лет, ну да. Вовремя ты, мальчик. А что у нас по саппорту? А, у нас саппорта нет, клево. Я только сейчас это осознал. А у них есть, да, саппорт? То есть, получается, мы играем в 5 ДД, но тогда мне, получается, до 13 левела надо дожить, и после 13 левела у меня будет все зашибись. Так, там можно гавнуть трала. Это мы любим, это мы практикуем. Этого мальчика я буду... Я еще вот так вот буду делать. Потому что он в прошлой катке писал, что я ничего не умею. И что моя страта на загаре очень тупая. Угу. Только выиграли мы в прошлой катке, потому что я пушил. А не потому, что он там 5 раз умер. Так, согласен, да, можно взять вот эту точку. А, ну тут... Ну, давай я тебе чуть-чуть помогу. Вот. И пошел дальше вниз. Мощный Разимов берем. Ускоряемся. Тринадцатый нужен, и на 13 уровне я буду хорошо себя чувствовать. Мне, кстати, чувак вначале же написал плюс один в твою армию, надо было сказать ему спасибо. Я ему название своего канала сказал. Он, наверное, подписался. Надо было ему сказать спасибо. Ну, я в конце катки скажу. У нас Назиба пушит, мне это нравится. Маны нет. Это проблема, я бы сказал, если честно. Дай-ка бэкнемся. Что я провтыкал. Маны нет у меня. Отлично, Назиба снес кипу с моими огриками. Вернее, с огриками, которых взял смертокрыл. А мои огрики потянули время на меду, поэтому у нас вообще все отлично, короче говоря. Короче говоря... Давай стан. Больно. Так, инвиз. Оп, нет. Я тут не могу протиснуться. Ох ты ж неприятность. Ох ты ж здравствуйте, мистер. Ты на загаре не умеешь играть. Так. Как же вкусненько. Да-да. Я тебя еще и ПБМлю, мальчик мой. Чтоб у тебя вообще жепка на орбиту улетела. Извините, ребят, но когда мне кто-то пишет, что я херово играю, а потом попадается против меня, ну, рука сама тянется к БМу, вы тут, конечно, извините. Исцеляющие удары появились, отлично. Сейчас я гангну кого-то из них. Лучше седогривы, конечно. Он удобнее будет. Меньше ХП. Давай, покажись, покажись, мальчик. О, ты мой сладенький. До свидания. Знаете, что забавно? Вот этот трал, который в прошлой катке меня обкекивал, он забанил загару, на которой я играл в прошлой катке. Но он не подумал, что я с никнеймом Зератул могу взять Зератула и отчпокать его просто без вазелина. Забавненько. Так, давай сносим кипки. Я думаю, здесь изи вин, как бы. Вот. Думаю, что здесь изи вин. Не вижу вообще шансов у врагов нас выиграть. Они еще зачем-то взяли лиминку против Зератула. Зератул же пикнулся раньше, чем лиминка. Зачем брать лимин против Зератула? Это изи фраг для меня вообще.
Да и седогрыв не скажу, что слишком для меня опасен. Я тоже его, по сути, шотаю жестко. Ну где там мой трал? Чувствую запах. Запах халявных фражиков. Давай, иди сюда. О, ты на топе. Ты мой сиратенький, ты мой хорошенький. Иди ко мне. Куда ты убежал? Куда ты убежал? Вернись. Маленький ты мой. Мурадин там что-то странное делает. Так, пси-клинок мастера появился. Это отлично. Че по трау-то? Где он? Я нажал Ешку, а оно не сработало. Кек. Я, видать, а он пошел крысить наши кмп. Наивный. Пойду-ка я его шлепну. Спорим, он сейчас пойдет свои кмп брать. Пойдем с ним поздороваемся. Да. Ну, 3 левела отставания, и он пошел крысить компы. Забавный. Ладненько. Леминочка. И 3 левела отставания у них. Ммм, вкусно. Вот сюда забайте дехака. Леминку. Это было бы так классно. Блин, ну леминку. Так, ладно, свечка, я пинать не горю желанием. Где ты, Назар Сид? Ну, я уже даже танка готов ушатать. Ой. Подождите. Нету единички у меня. Как же повезло тебе. Ну ладно, отпущу тебя. Ведь ты на саппорте играешь. Команду всю свою спасаешь. Простите, ребят. Ой, а давно ты здесь была? Отлично, мне нравится. Мне нравится. Что там по тралу? 0.6 трал. Ну что, друг? Я плохо играл на загаре, да, в прошлой катке? То-то у тебя там 5 смертей было. Ха! Простите, ребятки. Ну это прям... приятненько. Приятненько, когда кто-то тебя обсирает в катке, потом ты попадаешься против него, и он понимает, что проблема была в нем, а не во мне. Ха! Хотя тут, конечно, не знаю, поймет ли он. Забавно. Так, пойдем с седогривом побеседуем. I think it will be interesting. Or not. Что-то мы его не загангали. Его напугал Мурадин раньше времени. А тут вон кипиш какой-то начался. Кипиш. Ой, только не юзай вэшку здесь. Спасибо. Мурадин даже стан дать не успел, я ее шлепнул. Ну, разница 4 левела, тут уже все как бы. Ой, я опять промазал вэшкой, как всегда. Эй, мое! This is mine. Untouchable. О, здорово. Братка, ты же понимаешь, что она тебя продала вообще? Не-не-не-не-не-не-не, ты от меня не убежишь. Так, сейчас заморозочка пройдет. Ах ты ж какие вы вредные-то, ах ты ж какие вы вредные-то. Так, до свидания. До свидания. Ха-ха-ха. 12-0, ребятушки! Леминка. Блин, маны нет. Придется просто автоатаками. Где она? Ха! Дратути. Дратути! Дратути, дратути! 13-0! Надо было товарищу Тралу банить не Загару, а Зератула!
Ха-ха-ха. Ну где ты там? Ты же на наши кемпы пошел. Че ты мне тут гонишь? Я ж тебя видел. Спалился ты, мальчик. На нашей осадочке, небось, да? Наивный, малый. Где это? На харде? Где он спрятался? Мальчик. Опа, дратуйте. Подождите, подождите, подождите. Ай, ладно, короче, они засейвили его. А вот тебя не засейвили. Эх, один фражик у меня. Забрали. Так. Немножечко, так сказать. А, в инвиз ушел, задоджил, заэвейдил. Ну вот и каточка выигрышная. Мне нравится. Мне нравится. А еще мне нравится, что у нашего чувака на смертокрыле никнейм Хлебушек. Лайки босс, браток. Лайки босс. Я обещал этому чуваку, если он будет нормально. Ну, я понял, что он русский, естественно, да. Я написал ему, что я стримил, и сказал, что если ты будешь хорошо играть, возможно, ты попадешь в видос. Зератул обещание выполняет, поэтому увидишь себя потом в видосе. Надо ему написать будет только сейчас в личку об этом, чтобы он чекнул. Товарищ Хлебушек. Так, Хлебушек. Видос снял. Чек. Потом мой канал. Так, вот такая вот катуля, ребят, вот такие вот таланты, 13-0, и теперь торжественный момент, ребятки, смотрите, врал ли вам Зератул, пожалуйста, это смурф, пожалуйста, винрейт у него высокий, на трале у него там было 80 до этой катки, вот, ну и, соответственно, вот так вот он играет, вот так вот он играет, меня в прошлой катке обсирал, ну и, как говорится, был наказан, а не в пачке с кем-нибудь? Нет. Что у них вообще по команде было? Обычный челик, обычный челик. Светик хорошо, кстати, играл лайк ему, но он обычный челик. Ну и мистер Смурф, мистер Смурф. Ну и вот смотри, предыдущая катка, Альтерасский перевал, вот Загара. Проверяем, ребятки, смотрите, профиль, история матчей, предыдущая катка, вот Загара. Это был я, и он меня в прошлой каточке обкекивал. Наказан! Вот такая, короче, катуля, вот такие таланты мне понравились, ребятки. Все, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, на группу ВК, чтобы обновить сервер Дискорд, оформляйте спонсорку и чекайте мой Инстаграм. Удачи в играх и не только, а я думаю, что, возможно, я даже попробую что-нибудь подзаписывать сейчас. Но не подряд. Ну, в смысле, не будет долгого видео, я буду, может, по одной каточке там выкладывать, как-то так. Все, давайте, ребят, покеда.